Как-то я морально не готов драться с феями, на самом деле. Да. Но надо это сделать, надо подсобраться, надо доброшить начатое. Так что давайте этим и заниматься. Ага. По-моему, дополнение все-таки больше, чем я думал, потому что мы уже явно больше 7 часов там проводим, вроде как, по ощущениям. Насколько оно большое, тогда спрашивается. Пофигу. Давайте разбираться, давайте смотреть, что же нас тут будет ждать. Соответственно, мы сейчас находимся в замке, который на самом деле как бы замком не являлся изначально, в том плане, что это заколдованное место, сплошная иллюзия, проделки фей, которых я люблю и обожаю всем сердцем и душой, конечно же, да? И мы сейчас пытаемся разобраться, а что же, собственно говоря, происходит. Спойлер, ничего хорошего. Пришли демоны. Ловчий, по-моему, да? Главная фея, точнее. Демоны, так я их просто обзываюсь, что? Вот, заключил сделку. Вуаля. Все пошло по одному месту. Так, мы только что отдохнули. Следовательно, давайте раскидывать бафы. К сожалению, у нас нет в отряде взломщика, поэтому мы кучу всего пропускаем. В принципе, да, в сундуках. Так, бафы раскидал. Все, можно двигаться дальше. В принципе, давайте идти. Что у нас тут, в принципе, есть? Куда мы идем вообще? Искатель приключений. Ох. Чувствую, это плохая идея, господа, здесь стоять и находиться. Там еще и совуха идет. Успел, не успел. Не успел. Класс. Ладно, давай тогда врывайся так. Да, тут еще чертовы совухи везде находятся, блин, которые меня бесят категорически. Ну ладно, вроде пока под контролем все держим. Неплохой дома. Отходи назад. Все прям удачно простреляли, смотрите-ка. Молодцы. А, господа не хотят помочь нам случайно? Было бы неплохо с их стороны. Ладно, ты стой бездельничай, ты давай, бей дальше. Отлично. Но там больше ничего нет. Хитро. Ах, у сукины псы, а. Хитро. Прям в спину ударили, по сути. Ах, вы блядские животные, а. Так, ну хорошо, давай тогда Карлу. Баф. Сама отходи сюда. Угу. Неплохо. Отползай. Так, сатир рубака, сатир лучник, сатир рубака. Давай-ка в рубаку. Мало. Ну ладно. Никого не убило, да? Если отбежишь, то тебя ударят. Ладно, все равно, отходи давай. Малый дамаг, поэтому не страшно. Сейчас скотина скорб накинул. Угу. Так, ну ты... Даже не знаю... Стой пока, наверное. Что еще сказать? А, блин, Карл ходить теперь не может. Ёпарасы, вот это обидно, конечно. Давай тогда вот так. Хороший выстрел. Aim carefully. Так, Джифан. Ну это просто лучник.
Давай вот в этого. А, не, Карл все-таки нет, не может. Жаль, ну ладно. Заставка идет. Ёпарес, это серьезно. Как это получилось? Ё-моё. Спасибо, Декс. А почему? Strike as one. Да, стример, как всегда, профессионален. Прям пипец. Как старый добрый, слушай. Как молодость. Чё, как дела? Как настроение? Как там несение демократии на жучиные планеты? Я долго боролся с желанием, кстати, запустить именно Helldivers на стриме, но думаю, такой нет. Надо все-таки пересилить себя. Пойти робота поунижать, блин. Я думаю, но роботы наоборот будут унижать тебя, потому что роботы довольно жесткие, типа. Что ты там кастуешь, вечно гад? Металли больше всего. Разве? Я, кстати, не замечал, чтобы была разница в наградах. За жуков и этих самых. Ну, я как бы особо и не смотрел, конечно, но интересно. Ну, в принципе, логично, да. По-своему. We shall overcome. Ну ты чё ж противный дед, а? Сатирный. Forwards. Алло. А долго там это скорб-то будет еще? 4 раунда еще, ладно, тогда. Подождем. Ладно, стой. Мне надо, чтобы кто-то хорошенько его приложил. Вот наподобие. Надо Карлу волю повышать, походу, короче. Мог бы и доесть, но ладно. Атак. Давай, сосульку его. Другое дело. Чё у них тут? Есть что интересное-то вообще? Да не особо. Мне интересно, когда мы выберемся отсюда, из этой, блин, первой дыры. Досталось здесь находиться, если честно. Бесячее место. Там что-то нехорошее будет. Это что за твари? I'm up for an adventure. Как цельвурмы. Но они слабенькие, насколько я помню, кстати, были. Тут аж быстрый какой-то царик-то. Ладно, подползай сюда, давай. Бей здесь. Задоджил, молодец. Ау. Действительно шустрый, гад. Ладно, подползай сюда. Давай. Мы его поджарим. Слабо. Бей. Не попадаешь. Угу. А если так? Тоже не попадаешь. Это чё? Благословение верных. Давай-ка на Карва. Ха-ха-ха!
хорош. Один раз попали, уже хорошо. Не попал. Ручки у него такие маленькие, прям смешно. Во, поджигаем, поджигаем. Ништяк. Так, забираем все это, во-первых. Во-вторых, давай-ка. Вот так. Вот так. Идем дальше. Да, подсейвлюсь. Какой-то остров сердечко прям. Подозрительно, блин. Знаете ли. Так, там мы отдыхали. У нас там лагерь был, я помню. Еще один. Давай сразу туда. Фаерболом. Минус двое. А, их там в разы больше, оказывается. Ё-моё. У-у-у, большая группа. Надо матерых заранее просто поснимать все, в принципе. А, это что за тварь? Пурпурный какой-то, ё-моё. Давай-ка мы его отпурпурим тогда хорошенечко. Блин, ладно. Коробки придется потанковать, чувствую. Малюха. Хорош. Давай-ка ему баф. Вот так вот по всем жать надо оставить, давай. Неплохо. Неплохо, я считаю. Давай сюда же. Поэтому не попали совсем, кстати, абсолютно. Ну ладно. Пошел я нести демократию под We are living in America. Coca-Cola. Блин, вот, кстати, там подходят всякие, знаешь, speed metal, либо black, Sabbath какой-нибудь, Paranoid, да, тоже неплохая тема, в принципе. Можно прям знатно ворваться. Я, наверное, ночью еще туда залечу, все равно в отпуске нахожусь, взят на работу не надо. Ну, вот так что тоже запрыгну потом. Понесу немножко демократии. Так, там выход куда-то, а здесь еще тогда. Еще одни тацельвурмы, да сколько их тут, а? Давай. Пускай с вами подходит. Мне лень двигаться. Ай, блёх, ни хера себе. Зря я пропустил. Ой, зря. Ой, зря. Да, my mistake, как говорится, блин. Вот что есть, то есть, а. Зарохлил. Пец. Жестко зарохлил причем. Беда-беда. Возможно, придется переигрывать. Like, да, вообще не попадаем к тому же. Так, ладно, бей, да, вот этим давай.
Разжигаем. Здорово, Мишут. Как дела? Так, кинь благословение верных на Карла, чтобы он попадал. Смирно. И он тут же начинает попадать. Прям вообще маска фигня для него, походу. Готов. Так, остался последний ублюдок, да? Давай. Ты стой, отдыхай. Снимай дебаф. А, это она так валяется, мертвая, я понял. Немного объясняю. Так, давай прохилы кидаем. Отлично. По-хорошему, надо бы еще одним лагерем стать, конечно, потому что все уже выпито, по сути, да, все эти самые. Магритиум Туринос, здорово, друг Рич. Да, не поспоришь. Но мы, наверное, пока еще пожадничаем, не пойдем пока лагерем становиться. Куда дверь ответит? В башню, а в какую башню? Зачем? Башню. Но, наверное, лучше в башню сходить, да, судя, потому что я вижу. Блин, пойдемте в башню. Башня-то маленькая, по идее, должна быть. Малютка башня. Может быть, давай передохнем. Ох, сейчас на нас тут нападут 100%. Watch each other. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, конечно. Ну, конечно. Конечно. Как иначе? Ну, ладно, антилайтовые, хорошо. Я, кстати, не помню мимиков в... по Свайндере вообще, если честно, это, по-моему, прикол данной части, что ли. Точнее, данного дополнения, да? Пускай за меня работает. Я тут постою. Давай сюда. Ай, блин. Что творишь, а? Да, вот в эту большую жижу стреля, она противная. А этот что стоит, бездельничает? Охерел? Ладно, стой. Что поделать, да? При этом у Джифана, кстати, маскировка же нон-стоп идет, но все равно его прожимают. Довольно основательно причем. По каким дням демократию планируешь? Я еще, может быть, сегодня, ну, после стрима залечу, да? Вне стрима. А так трудно сказать, по каким дням. Я же в отпуске нахожусь, поэтому могу хоть каждый день демократить. Но Декс уже пошел против роботов. На стриме? Пока не знаю. Честно, пока не знаю. Днем, ха-ха-ха, либо утром. Да не, по вечерам. МБ. Среда, суббота, например.
конкурент. Че, последняя шишка осталась, да? Нашли полезности. Тут, по идее, всякие свитки полезные должны быть. Да, так и есть. Это кайф. Палочка. И плащ. Да что такое? Да стали, блин, нападать. Да это что такое-то? А, это опять этот херб. Там. Какую-то нам говорил наверняка. Ну-ка, а если я призову еще одного типчика, этот же исчезнет? Нет, их теперь двое, как скажем, кажется. Ты достал, слышь, хер, ты достал. Джон, сики ему. Блять, промазал. Ну ты еб твою мать, а. Фуфел. Ходи сюда, давай, стой здесь. Давай. А, блин, еще нельзя, да, призвать. Жаль. Было бы прикольно. Никто вообще ничего установить не может. Да, это носящий хотя повесь. Не знаю. Так, почему? А, на тебя в принципе не действует. Я понял. Я понял, на тебя в принципе не действует эта херня. Много я встал на свои места. Что ж. Что ж. Так мы его подсветим, блин. Волна мамки твоей, я бесящая тварь. Блин, откуда фаербол бы было кидать все это время, что-то я тупанул. Жестко. Хотя бы так, давай. Медведь, иди туда, танкуй. Отбегай сюда. Карл, давай тоже здесь стой. Бах тебе. Что ты там делаешь, мразь? А, сбежал. Ладно, так уж хорошо, в принципе, раз свалил. Атак! Блин, что-то какие-то эти типы, ну, useless, элементаль-то. Вообще толку никакого нет от них. Абсолютно. Иди похиляй его. Вовремя я это сделал. Вовремя. Давай его палочки свои волшебные, блин, приложи. Да отстаньте от Карла. Что он вам сделал? Во, пристали, а. Ну и дальше дело за малым уже, в принципе, просто.
В этой комнате отдохнем. Что еще остается? А как ребята подожгли? Ты же там не стоял даже близко. Видимо, сам подставил каким-то образом, не знаю. Угу. Дайте-ка я вот так вот сделаю. С этим потом разберусь. Aim carefully. Угу. Ну, корову придется пострелять. Нет, не придется, надо же. Вернулся. Молодец. Так, давайте тогда сразу лагерем встанем. Не будем оттягивать. Сейчас медведь уляжется на свою лежанку. Погоди. Отдыхаем. Так, готово. Раскидываем баф опять давай. Готово. Так, куда это ведет, интересно? Мишка. Давай их так глянем. На всякий случай тоже заберем, мало ли чем. Чудесные дракончики. Что ж, я рад, что они тут так чудесно летают, но... Не нравится мне это место. Все дали по тапкам. Ловушка, обезвреживать-то некому. Медведь, иди, обезвредь. Боец. Так, держать. Мне не нравится, что я вижу. Сколько вас тут, извиняюсь? Сколько? Вы чё, охерели? Ну давай. Минус 3. Атак. Давай так. Тогда на себя. Иди танкуй. Кого из них мало хп? У тебя? Давай тебя добьем. Ну ладно, окей, хорошо. Не все так плохо здесь, в принципе. Не все так критично. Только что это за место? И к чему это место приведет, собственно говоря? Не совсем понятно. Незримые волны пульсирующей энергии. Блин, когда его исходят незримые волны пульсирующей энергии, это всегда плохо, я считаю. Сраный Мэй Гарбин бросил нас как... И здесь... Так, они камень-то заперли, ёпрст. Ой, ты! Вот тебя мне не хватало. Какая невозможная встреча прошла, дорогие, пусть чтобы встретить нас здесь сейчас. Я бы вас век, блядь, не видал.
Чем же нам тебя наградить? Могу раскрыть тебе секрет. Не все твои соратники дойдут до конца этого замка. Охерительный секрет. Класс. А теперь прощай навсегда. Класс, спасибо. Спасибо за информацию. Ага, так, то есть можно туда еще пойти, да? Я теперь на перепутье, господа. Куда идти? Телепортационный круг, кажется, выключен. В центре круга находится выемка неправильной формы. Давайте-ка вернемся к началу башни, наверное. Пойдем. Там походим. До конца досмотрим, что находится в этом гроте дурацком. И потом уже по башне пойдем погуляем. Наверное. У меня в последнее время все больше и больше желания в какую-нибудь РПГшку ворваться, на самом деле нормально, то есть от третьего лица. Что-то наподобие готики, не знаю. Или около того. Это что за куропатка? Бармаглот. Спермаглот. Ладно, на. Да, да опять ты. А, это та самая маркиза, кстати. Ну вообще да, она реально куда страшнее. Тут я спорить не буду, блин, с этими. Вареми драться, блин. Только зря фаербол хорош потратил, а? Блин, это подземелье бесконечно, что ли, или что? Нет, слава богу, здесь тупик. Так, хорошо, а там что тогда находится? Только не говорит, что там какой-то выход есть. Я не хочу через выход идти. Нет пути. Ну, то есть мы сюда потом вернемся, судя по всему. Ладно, идем обратно к башне. В принципе, ожидаемая концовка. Окей, идем. Пускай тащится. Тут вот телепортационный круг есть, конечно, но он, блин, заваленный камнями, следовательно, нерабочий. А нафига мне нерабочий круг? Вот если бы у меня была своя собственная магическая башня, вот это было бы классно. Я бы пожил в башне, на самом деле, я думаю, это круто. Жилище для настоящего мужика, знаете, все круглое, ничего лишнего, банально. Кайф. Как-то здесь нехорошо все мерцает, если честно. Ох, не нравится мне это, господа, друзья, товарищи. А давайте жить дружно. Ну, я пошел. Вы же не будете нападать на малютку Джифана? Ладно, окей, хорошо, ожидаемо. Они еще и первые ходят. Да что такое-то? За что? Блин. Carefully.
Да, вообще дамаг не проходит. Pathfinder. Да, подлянство. Натуральное подлянство. Давай-ка, да, короче. Первый нанесем удар хотя бы. Живучий тварь. Так, ну пока нормально. Я вот этого не заметил, если честно, я забыл про него. Но он как будто бы и не сагрен на нас сейчас. По ощущениям. Окей, хорошо, забудьте все, что я говорю. Нихуя себе. Да сколько вам надо всадить, да, господа? Так, минус этот, хорошо. Минус этот, хорошо, минус двое даже сразу. Но при этом эффект заклинания остался, самое противное, кстати. Сдохнуть ради приличия. Хотя бы так. Этого непонятно, как бить адекватно, потому что у меня же все заклинания на огонь заточены, по сути. Ну и Диме медведь ешь, не знаю, так грызи его. Эти вот кислоты ударим. Тех. Похиляй сама себя, пожалуйста. Спасибо. Бей его так. Дайди сюда. Давай тоже отходи. Да, элементаль ты нахера лечь. Господи. Ну, хотя бы он дамаг не наносит. Уже хорошо. Вопрос. Остались ли? Ответ.
не остались. Жаль. Жаль. Но наша надежда, что мы дальше потом встретим, да? Хотя есть высшее восстановление, кстати. Дайте сиванем. Эти уровень получили, а эти нет, главное. Смешно. Давайте качнем тогда. Сразу. Почему нет? Заодно раскидаем, наверное, слушать, кстати. Да. Дополнительное проведение энергии — хорошая тема. Особенно для нее, да, потому что она очень мало хиляет, конечно. А где избирательное проведение энергии? Кстати, я что-то не вижу у нее. Ну ладно, давайте возьмем дополнительное проведение энергии на жреца. Да. Плюс у нее, кстати, нужные мне заклинания появились. Ну, о, и остальные все включались, ништяк. Сейчас тогда, в принципе, быстренько решим наши проблемы. Заодно накинем малюха на вскрытие замков для девочки нашей барышни. Так, Сипал, ты мне не сильно нравишься, если честно, в плане того, каким ты у меня получился. Даже не знаю, что тебе тогда взять. Стальную волю как вариант. Да, давай, на всякий случай, слушай. Пригодится. Коллективная каменная кожа. Но это нужна, блин, алмазная пыль, которой у меня нихера нет. Ну-ка, давай посмотрим, что ты там предлагаешь нам. Эхолокация туфта, щит вампирских теней только на себя, удушающие кольца нет, увеличить животное нет. Ну и имя Сипал, да, это не я придумал, он сам такой получил. Вот. Разрушение чар, давайте возьмем, слушайте. Хотя есть вид, но подумаю, короче. Дать призыв, наверное, не знаю. Чё-то какие-то у него заклинания такие все. Беспонтовые, я бы сказал. А, пускай у него будет защита от стихий. Так, ты, барышня, рейнджер. Держи на плутовство, все. Длинный лук. Держи. Улучшенные криты. Ты же с длинным луком у меня бегаешь, да, по-моему? Да. Отлично. Джифан. Давай. Фанжи, точнее. Да что такое, я же нажал. Алло. Ему можно, в принципе, на этот самый взять. На волю тоже. Стальную. Но я бы хотел улучшить инициативу, на самом деле. Да, чтобы он первый мог заклинаниями бить в случае чего. Поэтому давайте возьмем. Конус холода, ледяная тюрьма, огненная змея. Не затрагивая союзников, то есть получается. Давайте возьмем.
Чё еще такое взять интересно, друг мой? Ложную жизнь можно на себя, давай. Да не гори ты. Так, смотрим по заклинаниям, получается, да? Держи вот так. Ну, драконье дыхание мне что-то не понравилось, если честно. Поэтому давайте мы оставим ложную жизнь и дополнительные управляемые огненные шары возьмем. Здесь у тебя только огненный змей доступен. Вооружаемся. Ты. Угарный лук или аспект сокола. Опутывание можно взять, в принципе, как вариант, кстати, против врагов. Давай приостановку действия яда возьмем. Свежее дыхание. Нифига ты вспомнил, конечно. Дубовая кожа. Держи уязвимое место. Так, ты. Возвращение к жизни получается. Но это нужно мыть. Клиенты сраные, сука. Поих у меня нету. Ха-ха. Да. Прискорбно. Так, ты. А нахрена тебе увеличение гуманоида здесь? Узнает. Так, ложная жизнь. Давай сюда. Призыв небольшого элементаля я бы вообще убрал, в принципе, но увы. Призыв чудовища тоже такое себе, если честно. Героизм, кстати, можно. На не, не буду. Призыв среднего элементаля пускай останется, так и быть. Защита от стихии коллективная ме. Крупный элементаль. Давай. Тогда получается здесь можно разыграть. Как? Жуков надавать ему, не знаю. Пускай так будет, наверное, тогда окей. Так, давайте ставим лагерем. Отдыхаем тут. Так, пока не отдыхают. Смотрим. Да ты же. Я в шоке. Готов. Итак, что у нас получилось, собственно говоря? Ничего а хорошего, да? Давай раскидываем бафы. Деда, ты куда ложную жизнь подевал? Куда ты ее дел? Ты куда? Кастуешь, а? Давай сюда. Тоже на себя давай. Ask away. Защиту пока кастовать не буду. I will not falter.
Ну, это вряд ли сработает так, как я хочу. Но... мне просто лень читать. Да, не сработало, ну ладно. И... что ж, бафы прокинуты, это сделано, эти побеждены. Камушек мы забрали, двигаемся дальше. Надеюсь, больше врагов не будет. Блин, свитки бы найти, либо... completed. Необходимые материалы. Исцеление серьезных ранений, алмазная пыль. Ну... вернуться, что ли, за всеми сундуками? Done. Вообще, по-хорошему, надо бы. Потому что мы довольно много сундуков оставили позади. Это как долго же мы будем бегать, а? До сюда. С ума сойти можно. Ну, сейчас посмотрим, где нас выкинут. Понял. Понял, принял. Так, какого художника достали уже, сколько можно? Так, ты-ка, давай, отойди. Вот сюда куда-нибудь встань, не знаю. Ну вот и не вставай. Так. I shall not fail. Давай-ка. Хотя нет, не на тебя, а на тебя давай лучше. Угу. Ну и... ей давай тоже накинь. Сопротивление к яду на всякий случай. Сейчас опять повылазит, смотри. Да, я так чувствовал, блин. Что вылезут. Ну, пускай он нападает, он слабенький, в принципе. Сейчас мы его раскатаем, блин. Так, а что у меня вообще, кстати, в инвентаре есть? Давайте-ка посмотрим. Плащ устойчивости плюс 3. Уфта. Перчатки ловчего. О. А чё это, я их не использую? Держи. Амулет брони. Плащ устойчивости держи. Длинный меч из холодного железа. Полный латный доспех. Ну это то, что я принес сюда. Это мое, по сути, изначально, да? Серьезно, ранение, жезл, огненный шар. Держи вот так, держи вот так. Ну что, тоже нападешь? Impossible. И что ты сел? Медитировать, а? Спрашивается. Так, это куда ведет? А, ну привет. Вам на встречу со слезами на глазах бросается Марсида, точно такая же, какой вы видели ее в проекции. Слава Нефису, свобода, наконец-то свобода. Ну? Она широким жестом обводит книги на полках и протягивает ладонь Сипалу. Договорились? Все это ваше в обмен на мою свободу. Это ловушка, я отвечаю. Сипфау обводит старинные тома жадным взглядом и протягивает ладонь, но вдруг замирает, быстро оглядываясь на вас, и резко одергивает руку. Постой-ка. Мы ведь выполнили свою часть сделки, не так ли? Так о чем же нам еще договариваться? Ты свободна, так иди. Он приглашающим жестом указывает на портал.
На лице волшебницы одна эмоция сменяет другую. Разочарование, обида, отчаяние, ярость, паника. Она не отвечает. Ты не можешь выйти, так? Тебе нужно от нас что-то еще. Что-то, кроме открытого портала. Как ты догадался? Возможно, ты гениальная волшебница, но негациант из тебя ниже среднего. Тогда, раньше, ты проговорилась, что проклята. А во-вторых, ты слишком спешила, слишком радовалась. Какой маг будет рад расстаться со своей библиотекой? И что же за проклятие на тебе лежит? Он это как-то в стихах сказал. Непрожитые годы тяжким грузом навис над владыкой и головой. Там было длинно, всю эту фейскую чушь я не запомнил, но суть уловила. Вот как он меня проклял. Я не старею, пока нахожусь здесь, но если я выйду наружу, то все прошедшие века разом вернутся, я обращусь в пыль. Если только кто-то не займет мое место, не согласится стать новым хозяином и пленником этого крошечного мира, тогда весь мой груз лет перейдет к нему. Вы не можете упрекнуть меня за мою маленькую хитрость. Поймите, мне просто хочется жить. Мне нельзя умирать. Я великая волшебница. Без моего интеллекта этот мир оскудеет. Ну же, не жадничай. Вон сколько у вас солдат. И рожи у них одна другой глупее. Прикажи кому-нибудь из них самому бесполезному занять мое место. Не дай моему гению погибнуть. Ты ведь сама говорила, что даже смерть лучше, чем просебание здесь. Ничего другого мы тебе предложить не можем. Чародейка опускает глаза, после долгого молчания она наконец кивает. Ладно, пусть будет так, по крайней мере мои муки наконец завершатся. Не поднимая взгляда, Марсида шагает к порталу, на пороге она оборачивается. По крайней мере, отомстите за меня. Ловчего вам не одолеть, если он вам явится, сразу бегите. Но эти блуждающие огоньки, что мучили меня, это их маркиза. Они все равно вас так просто не выпустят. Как будете с ними драться, передайте пару затрещин и от Марсиды Витали. А теперь прощайте. Жал? У пчел. Так. Можно ему тоже на стальную волю накинуть. Давайте. Что ж, дело сделано. Сколько зелий. И чувствую, все пригодится, как назло. Причем здесь. Руководство по быстроте действий. Эта толстая книга содержит советы по тренировке и упражнения на координацию. В ее страницах таится сильная магия. Любой, кто прочтет эту книгу, получит перманентный врожденный бонус плюс 2 к значению ловкости. Берем. Трактат о лидерстве и влиянии. Бонус к харизме. Бонус к выносливости. Прикол. Так, ты, получается, держи бонус на ловкость. Ты держи бонус на выносливость. Ты держи бонус на харизму. Does anyone require my counsel? Жесть, выпил книжку охереть. Let us bide our time. Вот такие бонусы я люблю, конечно. Перманентные. I was successful in my search. Это к силе. Это тоже Карл, давайте дадим. Даю. А там что? Мудрость. Тебе? Да, тебе. А на интеллект там, не знаю, что-нибудь такое. Было бы неплохо еще, но что-то не наблюдаю, к сожалению. Ладно, дело сделано. Идем. О, лежит мертвая, кстати, смотри. Приятная деталька, да? Не считая того, что она мертвая. Так, бонус к... Точнее, дебаф к силе, ловкости, выносливости и нечистый бонус к интеллекту, мудрости и харизме. Ну такое. Более понтовое кольцо защиты. Это Джифану можно дать. Тиара незаурядного интеллекта. Моя лучше. Сипал.
Я такая же. Ну ладно. Как скажешь. Продам. Так, сейчас запрыгиваем сюда, да? А куда это нас тэпает, интересно? Непонятно. Нам же еще, по идее, с маркизой надо будет драться. С маркизой Карабасовной. Блин, а можно свитки найти на лечение порога смерти, а? Было бы классно. Так, давайте сюда сбегаем. Мы тут сундук упустили, я помню, да? Закрытый вон он находится. Открываем. Колечко. Что за кольцо? Перстень прирожденного командира дает бонус к убеждению. А у меня что? Давай вместо кольца защиты тогда. Можно этому на деф дать колечко тогда. Давайте вот так вот перетасуем тогда. Так, еще сундуки были где-то, не были, я не помню. Мертвые типы, вон там сундук вижу. Well, it's done now. Done. Угу. I will guard. А еще? Сундуки сундучецкие. А вот куда как попасть, я так и не понял, кстати. Ловушку можно обезвредить, кстати, давайте. Молодец. И халявный опыт к тому же получаем. I can see my destination. Не залезть. Without a doubt. Ну, вроде сундуков и не осталось больше, да? Ладно, у меня предположение, что мне надо куда-то в эту сторону двигаться. Там, где мы видели этого бармагута дурацкого. Отправляемся. Как удобно, то, что они сами двигаются, пока я тут дела свои делаю. Так, давайте вниз спускаемся. Алло, пора, проснись. Давай. Идите сразу сюда тогда. Хотя есть такое подозрение, что они там не смогут пройти. Ну и плюс вот тут вот проход виднеется, да, получается, в котором мы не были ни разу. Но эти все еще стоят, кстати, на месте. Через башню, что ли, опять тогда прыгнуть? Стоп. Этого раньше не было. Старый маг осматривает цветок, бормоча какие-то заклятия. На его лице странное выражение. Смесь удивления, восхищения и непонимания. Я видел много в моем времени. Но этот кастл это самое невероятное, что я когда-либо встретил. Я понимаю, более или менее, как это было создано. Но кто мог бы сделать это? And the however, that is not important now. We can contemplate the wonders of the magical arts once we're out of danger. But now the important thing is that I know how to clear the passage.
I only hope I'm skilled enough to keep the entire building from collapsing on our heads. Tell me when you're ready, and I will try to move the flower's roots and open that wall neatly. А что тебя так удивляет? This castle wasn't built as a dungeon. No, it was once an ordinary above-ground stone fortress. Someone spent dozens, if not hundreds of years, sinking it slowly and carefully into the ground. Сурово. Of course, the weight of the ground would have crushed it like an egg, which is why its wall had to be strengthened by magic. That is why these flowers are here, to keep the entire dungeon from crumbling. But tell me, who could have spent so much resources, time, effort, and mask it to appear like an ordinary Cyclops tomb? Хей, такой херней постоянно занимаются, на самом деле, абсолютно. Это их любимое развлечение, морочить бошки. This place is incredible. I cannot even imagine what we might find at the bottom. Давай, открывай. As soon as the passage opens, everyone run inside. The walls are very unstable here. Бежим. Утекаем отсюда. Ну, цветок, давай-ка посмотрим, что у тебя внутри. Так, хорошо. Стоп. Да вот это уже плохо. Ну, так бежим. Что стоишь на месте? Бегаем. Что, он останется здесь, что ли? Мы без Сипала пойдем? Я так, в принципе, не против, потому что Сипал мне не сильно нравился, но... Да, нет, он здесь с нами. Окей, ладно. Неважно. А, нет, он нас бросил. Окей, хорошо, понятно. You'll have to go on without me. I will return to Varnhold for reinforcements at once. We will try to dig out the passage. But don't wait for us. Keep going to the very depths. Find out what secrets this dungeon stores. Perhaps at the bottom you'll find the key to saving all of us. Чё-то нас все меньше и меньше становится. But not goodbye. So long. Мне это не по душе. Бафер наш ушел, по сути, то есть. Который нам бонусы накидывал, блин. Блин, а прикиньте, не хотел бы внимания, да, чтобы эту стену обнаружить. И чё? Бы я тогда делал, спрашивается, там кто-то стоит, кстати. What's over there? Нет? Ладно, не важно. У меня же паранойя начинается просто-напросто, вот и всё. А оно и не мудрено, что у меня паранойя идет. После этих дурацких фей, блин. Это что такое-то? Чара Виверна, ну здрасте. Стреляй. Тихо. Ну, вроде должны легко ее размотать. Да, особенно с Карлом. Атак! Здание. Так, ну давайте оглядимся здесь. Сначала. Такой длинный коридор. Hello. I can see my destination. Все места, которые я наблюдаю, мне не нравятся. Да, господи. Невидимые собаки. Это еще что такое? Ёб твою мать. Блин, Джифан повалили, ёпарасы. Давай так. Минус. Давай под хил.
Угу. Псина. Хорош. Так, ну это, в принципе, сейчас мы быстро размотаем. Она красная, значит, у нее, по идее, деф от огня. А, нет, устойчивость к морозной грозовой. Ну что ж. Лови тогда, наслаждайся. Скотина. Так, что, типа залутать нельзя, да? Нельзя, к сожалению, понял. Жалко. Так, ну давай тогда посмотрим, что у нас тут находится. Ничего хорошего, мы туда не пойдем. Погоди. Давайте сохранимся опять. Там какой-то выход, а мы туда не пойдем. Вот вы и попались, блин, талдорские козлы. Святыня Шилин, кстати, стоит царь. Леопард. Ох, чувствую засаду жесткую. Ох, сейчас как они на нас все нападут. Блять. Сукины псы. Что ж, я, пожалуй, пойду-ка вернусь назад, посмотрю, что там находится. Привет всем, кто в этой комнате. А что это было? И тварь, да? Дай-ка сразу по ним с заданием, блин. Ноль дамаги, к сожалению. Одна тварь вылезла. Как вас много, да? Козлов тут. И Карл нихера достать не может, блин, ни до одного из них, а? Самое противное. У них деф от магии, их надо в рукопашную мочить. Да, другое дело. Aim carefully. I don't like you. Угу. Ладно, ждем, когда они их физически раздолбают, получается. Накинем благословение, тоже давай тогда. Стой. Атак. Блин, надо их как-то более
мощный лук даст, и потому что тот, который у нее есть, сейчас вообще не помогает нихера абсолютно. Она им дамаг не наносит абсолютно. Так, и у нас еще одна тварь. I'll split you in half. Да, иди похиляй комед... Да не его! Ладно, стой там. Бездельница, блин. Терпеть не могу. I stand ready. Так, ради чего это все было в этой комнате? О, это же император. Человечество собственной персоной. Похож. Похож. Да. Унылое кольцо. Понял. Блин, если в следующий эфир будут попадать феи, я буду к ним крайне негативно относиться, если честно. Вот прям 100%. Не заслуживают они хорошего отношения абсолютно. Я считаю, что это Дисней виноват на самом деле в обеливании, да, фей, как таковых. Феи же в мифологии всегда считались чем-то плохим, по сути. Абсолютно всегда. А я знал, что вы это сделали. Я знал, что вы нападете на меня. Я вот как чувствовал. Aim carefully. Я даже не удивлен, как бы, произошедшему. Ну, еще партию разбудил. Пас. Like, давай тогда сражаться, получается. Захиляй только медведя, давай. Атак. Так, минус стул. Надо большие кучи жижи выносить, потому что они плюются и вставать не дают. Ёб твою мать. Удачи их вынести всех сразу. Отбеги туда, тогда давай там стой. Надеюсь, тут никто на нас не нападет. Хорош. Отползи сюда. Похиляйся. Ну вот я про это и говорил, да. Жижная. Стреляла. Ладно, куда, в принципе, еще один фаербол заслать, и нормально будет. Но они это так просто сделать не дадут, конечно же, да? Сойдет. Угу. Ты даже сделать ничего не можешь. Музыка эта дурацкая, такая, типа, как будто... Типа, мне тут весело должно быть, а мне тут ни хера не весело. Ненавижу фей. Угу. Блин, как хорошо, что я решил взять мага, на самом деле, в этом прохождении, учитывая количество врагов, да? Прям постоянно бить по массе. Мое самое лучшее решение, наверное, было. Вообще идеально проходит все в этом плане. Так, унылый амулет, унылая туфта, унылый короткий меч.
куча хлама. Ну, конечно. Такие сокровища. Только мусор, блин. Ладно, что у нас тут? Дайте угадаю, тоже нападут сейчас, да? Надо же. Надо же. Я в шоке, они не напали. Балдеть. Чем там нашли? Так, кинжал кислотный, но это не для нас. Амулет природной брони. Держи. Шкура дуба. Эту вот тем можно дать, по идее. Защита 0, кстати. Кожаный доспех плюс 3 дает носящему бонус естественной брони вместо бонуса брони. Ну, это, по идее, можно тебе дать, но ты не можешь это носить. Можно дать тебе тогда, получается. У тебя будет минус штраф. Да, и защиты больше в разы дают. Блин, прикольный доспех, слушай. Интересный. Держи колечко. Держи тиару. Пускай будет бонусом. Пардон, случайно нажал. Так, ну что, выдвигаемся сюда, тогда выходим, да? Пойдем там походим. Что там у нас находится, интересно? Там наши друзья стояли. Посмотрим, что они скажут. Ты ничего не понимаешь в градостроительстве. Больницу надо ставить на проклятом кладбище. Понял. Варим. И все же фана фокусит, как назло, блин, с самого начала. Что ж ты будешь делать, а? Давай вот так. По центру. Хорош. Хорош. Вот это прям отличный удар. Aim carefully. Это вообще дамаг не наносит. Надо Джифана выхиливать прям. Вытаскивать. Угу. Готов. И последний остался. Фу. Чё ж противное место, просто не могу, а? Тоже дизлайки оставлю этому плейсу. Забей. Так, давай, прокидывай хил. На всех желательно. Дальше давай вот этим подхил. Что они там выкинули? Нихера интересного, вот что. Хотя вот этот был каким-то особенным. Мужичок, что там? Пояс физического великолепия. Это лучше тебе, наверное, отдать, да? Хотя нет. Ни хера подобного. Давайте Джифану дадим, не знаю. Наруч стрелка. Это по твою душу. Держи. Че в сундуке? Done. Ерунда. Focus on the goal. Львы сидят.
Так, хорошо, с этой комнаты закончили, отлично. Можно туда пойти, там посмотреть, что происходит. Стража, да? Дайте-ка мы Джифана здесь оставим на всякий случай. Все остальные могут смело заходить вперед дальше. Ну, алло. А вы что, нападать не будете, да? Даже как-то странно. Ладно, лутаемся. Либо они ждут, когда Джифан потеряет бизнес, такой типа, что там, чисто? Да, тогда захожу, хорошо. А я ждал, когда вы нападете. Я ждал, я чувствовал. Так, эти просто исчезли, класс. А куда они исчезли? Они типа, ну, невидимые или как? Или что происходит? Там никого нет. А, блин, вот корову пропустил. Ладно, не страшно. Нет, стоп. Кот медведя пропустил, получается. Ну, тоже неплохо. Это вообще дамаг не наносит, кстати, абсолютно. Класс. Забавку противника, молодец, Джифан. Так держать. Ну ладно, по нему дамаг довольно неплохо идет, поэтому. Сойдет. А медведь, ты хорош. Дефается мое почтение. Ну ладно, это несерьезные враги даже какие-то оказались. Но вот туда я идти что-то не сильно хочу, если честно. Потому что те тоже потом превратятся и не закончится заклинание, мне отдыхать придется. А это минус бафа. Но мне, походу, в любом случае придется это сделать. Придется пожертвовать. Как бы это печально не было, да? Можешь пропустить. Удивительно, что они такие слабенькие оказались, кстати, за хиля медведем. Ну и я по ним тоже мало наношу. Только Карл да Джифан, в принципе, дамаг продают. Хотя, блин, все зачарованное, и денег стоит так. Забираем. Блин, зря я вот это беру, конечно. Это наверняка нихера не стоит. Ну ладно, жадность фрая разгубила, как обычно получается. А, ну так тут доспехов-то нет, кстати, которые могли бы на нас напасть. Да, эти сейчас просто исчезнут, и все, в принципе. Класс. Так, ну, двигаем туда. Посмотрим, что там происходит. Вот только не знаю, вставать ли лагерем или нет. Вообще, по-хорошему надо.
У меня заклинаний вообще не осталось, по сути. На Джифе. Never stop learning. Ну да. Либо всех в рукопашную сжечь. Ну, вообще давай, да. Почему бы и нет. Так, будем их поджигать. Without a doubt. Так, давайте заходим поглубже. Открываем. Основной кампанией встаем здесь. Медведь, иди. Да, жалко меньше всех. Давай. Комната говна, блин. Ёб твою мать. Куда я попал? Карл, деф и как не семья, как боженька, давай стой. Молю. Давай сюда. Раз. Уже хорошо. Держи благословение, раз. Я парня-то они откуда взяли здесь, а? Пец. Атак. Стреляй в щука. Это что такое было сейчас? Так, если ты ударишь по вот этому, ты его убьешь и сможешь ударить по следующему. Хорош. Дабл килл, ништяк. Дальше, соответственно, что делаем? Накинем ему еще благословление, давай. Где-то паскуда там стоит, там. Надо туда насылать, короче, заклинания всякие разные тоже. Бей поэтому. Блин, мог бы добить, конечно, но ладно. Не злюсь я на тебя. Ты так много работаешь. Давай вот так. Сомнительное заклинание, кстати, вот это вот полоска, да, по сути. Огня. Надо Карл захилять. Он прожиматься начинает. А куда ж тут делся? Сбежал, что ли? Походу. I don't like you. Так, Джиф, подлетай сюда. Давай-ка начинаем прожаривать. Выхиливаем Карла. Добей вот этого. Спасибо. Смерть. Хорош. Так, держать. Так, Джиф, можешь даже ближе подойти. Вот отсюда откуда-нибудь давай-ка. Прожарочку. Неплохо, минус 40 хп. Not bad. Давай еще подпил. Угу.
Я тебе дам, блин, Марио накидывать. Бей вот этого давай. И еще одну давай. Удобно, что эта херня не дамажит своих, кстати. Я что-то думаю, что у мага больше такой темы, что он по своим жарит, да? Ну нет, ни хера подобного. Прям not bad. Надо вот эту тварь, конечно, наказать полноценно уже. Она меня подбешивает. Угу. Другое дело. Блин, удачно, что я взял спас-бросок воли, кстати, на большую часть персонажей своих. Очень удачно. Да добейте его уже кто-нибудь, а? Нифига себе, 20 против 20. Охереть. Это как? Выпало так интересно. Свободен. Так, куча ништяков. Забираем. И давайте сразу лагерем встанем здесь же, наверное, да? Угу. Благо у меня много, блин, запасов. А то было бы вообще беда. Stand with me. Кто там напал на нас? Сатиры? Блядь. Еще не хватало слиться сейчас, блин, когда мы тут так близки к финалу, грубо говоря, да? Да, она даже еще не проснулась, то есть, я понял. Мя, что ты, сука, мекаешь, блядь, а? Прости. На. Да, Лёп, нам поможет кто-нибудь или нет, а? Нас тут сейчас вскроют, нахрен. Пипец. Карл, проснись, сатира хилеет. I'll split you in half. Медведь мог и пораньше проснуться, бы я вам считал, кстати. Чё он дрых, до этого не понимаю. О, они на Карла переключились, отлично. Отлично, я считаю. Блин, тут все такое яркое, я вообще ни хера не вижу, если честно, прям слепит. Жесть какая-то. Он еще и брекается, гад. Вообще всегда думал, что сатиры это добрые такие веселые ребята, которые ни за что на тебя не нападут. Как же я ошибался, походу. МакЭвой в фильме «Хроники Нарнии». Это он во всем виноват, я считаю. Я ж нажал ударить. Ты че? Пипец, ход пропустил. Ну, вот тебе нафиг. Сатир в томате, блин. Да короче, бейте его. Так, Карл, шарах на пене. Дроидил.
Кошмар. Можно я покину уже это место? Мне здесь не нравится. Минус бафа получается, да. Это куда ведет? Серьезно, ты провалил атлетику, гад. А если это был наш единственный выход? Сколько там вообще было? Чувак, там сложность 23. Ты выкинул 22. Бро. Камон. Ну, так, так. Блин, а если там какой-нибудь, не знаю, доспех рукой для тебя? Благо, у меня сейф рядом есть, не? Побужу немножко, так и быть. Кто ж меня остановит в этом плане? Никто. Это уже после драки, да? Точнее, перед сном или после сна? После сна. Давай еще раз. Хорош. О нет, стая пауков, да что такое-то, а? Так, медведь, тебе придется героически принять удар на себя, я чувствую. Бляха, муха. Харал, не лезь, они тебя сожрут. Еще пачка не отдам. Мне надо, чтобы они ближе подошли все. Я их тогда фаерболами закидаю просто-напросто и все. Даже можно так делать, кстати, удачно. Давай, стигай. Да где еще кто? Алло. Быстро пауки термать твою налево. Что такое? Ну давай сюда. Алло. Харе. Гибельный паук, а он где? Причем их несколько, судя по звуку. Ёб твою мать, вы посмотрите на этот ужас. Ага, вот ты попался, гад. Ну все, тварь, держись. Ай. Давай вот так. Так, готов. Дай-ка ты Джифана накинешь. Противодействие яда. Блин, мог бы и добить. Ладно. Выхил. Серьезно? Так, ну последний остался, да, получается. Сейчас Джифан стиганет, погоди. Все? Дик похиляй медведя. Блин, а мы его отхиляли полностью, интересно или нет? Вот в чем вопрос. Давайте так организуем тогда, я думаю, этого достаточно будет. А почему большие пауки мертвы, интересно? Их эти, что ли, герои типа замачили, которые там были? Вот что-то. Касание Харуна.
какой-то. Нарочи дает носящему способность раз в день творить заклинание повреждения и дважды в день творить заклинание высшая ложная жизнь. Прикол, давай. I won't benefit from using this. Можно Джифану дать. Так, на тебе такое смысла таскать нету. Так, надо еще этому подкинуть немножко. Так, кольцо защиты, амулет природной брони, держи. Тиара непревзойденной харизмы. Хорошая тема, да не по нашу честь, к сожалению. Давай снимаем дебаф. Все, да? Да, все. Так, гуляем. Что у нас тут? Еще? Нет, все, ничего больше нет. Never stop learning. Нормально. Выдвигаемся. Так, ну что ж, все не так уж и плохо, в принципе. Мы справились со всем, что здесь встретили. Теперь на выход. Там, по идее, будет битва с маркизой, скорее всего. Чего не хочу, того не хочу, честно вам скажу. Торговца бы какой-нибудь повстречать дружелюбно. Вот бомба, кстати. Сейчас попался у меня. Где же его найдешь на Руси, блин, а? А талдорский специалист может добавлять заклинания о себе в книжку или нет? Наверное, нет. Видишь, здесь нет ни гробницы, ни скопов, ни древнего зла. Ничего. Все это был долгий-долгий анекдот, а ты его концовка. Пора смеяться. Так не смешно же. По крайней мере, одно древнее зло здесь есть, и сегодня я его уничтожу. Да, очень уверенное заявление для человека о четырех копытах. Ха-ха-ха, попробуй. Как правильно называется лошадиное мясо? Лошадина? Ах, да какая разница. Милый на ужин сегодня рагу из дурачины. Это было смешно. Ты что делаешь, а? Ты что только что сделал, мразь? Грустный сундук, кстати, что-то прикорнул прям. Окей, let's go. Что же Карл такой маленький, а ёп. Ладно, поехал. На. Спас бросок ужаса, бич. Не восприимчивость к магии. Уязвимость к волшебной стреле. Ёп, ты налево. А у меня только силовая стрела, ха. Ладно, давай поэтому хотя бы. Надо мимика вынести. Для начала. Давай-ка. Карл, тебе надо вот этим заняться. Хорош. Хорош. Хорош удар, кстати. Молоток. Так. Давай-ка. Пускай подсвечивается. Да что ты на Джифана-то нападаешь? Ёб твою мать, что я тебе сделал? Ау. Так,
Так, Джифан надо будет постоянно хилять, чувствую. Ё-моё, медведь сейчас сожрёт. Атак! I don't like you! Блин, мог бы и попасть, да? Чел. Ух ты, хуйся. Ау! Ладно. Так, он бьет молниями, да, получается? То есть надо что-то от молнии накастануть на себя. Хи-хи-хи-хи-хи, мразь. Да, еще и скип нельзя. Понял. Ждем. Дожидаемся. Благо, торопиться некуда. Заодно, кстати, сделаю дело, которое хотел. Я там себе ролевую одну присмотрел, просто игру. На стрим. Только она, говорят, забагованная, капец. Но не знаю, так это или нет. Я просто на нее натыкался, но супер давно, в далеком детстве. Я хотел тогда в нее поиграть. Так, нет, это не так. Блин, как они по-тупому переделали Discord, если честно, вообще неудобно стало. С телефона на нем сидеть. Так, давай вот так. Джифан. А у нас есть зелье? Вот. Да, есть. Пам-пам-па-пам-пам. Пей. Так, медведь пускай врывается. Ты сразу давай Карлу бонус. Карл, стой здесь. Ну ладно, она пускай гуляет. Дальше, соответственно. Давай сюда. Как нам смешно. Скрипит. Так, медведь, окей. Угу. Вита. Хиляй. Здорово, Димансин. Как дела? Out of my way! This is unexpected. А как? Я же прокинулся. Защиту от молнии. Так, чувствую, это будет не бой, а полный кал. Ну, хотя бы. Маркиза из пепелицы. Что такое Маунти? Маунтин Дью, так понимаю, да? Я понял, что это Баунти только с фанты, не знаю. У меня, в принципе, неплохо, если не считать вот эту вот тварь летающую, черепастую. А я жду, когда мне мои книжки придут. Я тоже сказал на Озоне всю серию ночных дозоров. Я просто относительно недавно нашел, короче, на халяву себе, да? Последний дозор и сумеречный, но сумеречный пришлось отдать. Вот, и сейчас как бы что-то я прочел сумеречный, ой, вообще не сумеречный, а последний, что-то так зашло прям, за пару дней буквально вычитал все. Вот плюс там новая книжка, оказывается, еще вышла. Последний дозор или а нет, стоп, вот это последний дозор, там какой-то новый дозор еще вышел точно. Да, 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 да. Так, как мне тебя вздернуть, да, спрашивается. Как мне тебя накрыть хорошенько? Первым ходит Карл.
Давайте попробуем так. Пускай он ударит хотя бы. А мы сегодня уже просто играли днем. Хех. Мы сегодня днем играли уже. Плюс вчера ночью еще гоняли. Так, ты стой здесь. Вот. Но она реально прикольная, на самом деле. Так, вот эта тварь пробежала, и плюс уже задамаженная, кстати, довольно хорошо. А если я вот так вот сделаю? Промах. Фак. Поработать? Блин, завтра же понедельник. Ё-моё, это же по воскресенью работает, ты чё, с ума сошёл? Сдурел, что ли? Так. Карл, спасай. Не спас. И в субботу работал до часа ночи, ёпарасэте, братан. Соболезную. Блять, сундук сюда пришел. Еще и жижа появилась. Да ёб твою мать, а. Кидай здесь. Займись жижей. А что ты ничего не сделал, я не понял. What the fuck? Пиздец. Что сейвиться нельзя во время боя, еще просто либо надо откатиться немножко подальше на сейв и там забафаться как вариант. Но у меня автосейв говёный последний. Сраные кентавры бесполезные, блин, только гонор сплошной был и никакой пользы абсолютно. Пипец. Would you rather watch a tree grow or a knee grow? What the fuck? Как колено может расти, я понять не могу. Может, там какое-то другое слово должно быть? Вот второе grow, которое. Потому что я такой реплики не слышал. Ну, как бы я слышал про... Смотри, как дерево растет, а вот про колено я продолжение не видал. Блять, что? Так, ладно. Так. Посмотрим.
Давай так. Карл, ты мне нужен здесь, но ты так быстро туда не дойдешь. Давай тогда с этим разберись хотя бы. Тихо. Чё так жестко-то, бляха-муха? Так, жестко захилять Джихона. Этого мало. Этого мало. Исчезновение не сработает. Давай, исцеление тяжелых ранений хотя бы. Первый ремонт, может, поиграю. Эх, где ты был раньше? Где ты был раньше, спрашивается. А почему ты задамажился? Тихо. Тихо. Хиляй Джихона. Хиляй его, мать твою. Ты отъебешься от меня или нет, мразь? Давай магический доспех выпьем, не знаю. И поспешное отступление, не знаю, надо текать. Смирно. Ох, пизда. Хороший крит, но этого недостаточно. Алло, подъем. Но он не может подняться, он просто лежит и все. Ладно. Я тут промазал, блин. Я второй тоже планирую потом. Но непонятно когда. Типа постоянно Джифаном пить зелье, что ли, не знаю, но это как-то тупо. Откровенно говоря. Ну вот опять начинается такая же ситуация, да, что мы деремся со сраными ботами. В Pathfinder'е. Блять, сколько-то можно банить, а уёбок. Либо уже вычищать отсюда. И постоянно приходится переигрывать некоторые моменты. Дохера потратить денег на рютили, не до остального. Понимаю. Понимаю, на самом деле. Взрослая жизнь, она такая довольно тупая. В этом плане, да? Никакого веселья абсолютно. А ведь когда Джифан играл, встретил Сэма. Да, да, я думал сегодня его запустить, на самом деле. Но я хочу уже с этим дополнением просто разобраться. Уже понимаешь, у меня это дополнение вызывает ненависть. Самое настоящее. Я просто бешусь, блин. Вот и все. Когда я играю в него. Я тупо бешусь. Вот и все. Нет, я просто вспомнил, как мне было херово, когда я проходил первый Pathfinder, да? Я вспомнил этих злоебучих фей. Вот и бешусь.
solid plan. Так, надо Карл опять сюда тащить, короче. Неплохо. Сомневаюсь, у него звуковые заклинания, но давай-ка попробуем ради интереса. Тупо сюжет играть, смотреть всех. Ну там, в принципе, же можно как-то настроить довольно. Гибко. Сложность, чтобы не так запарно было, да, проходить все эти файты. Да этот варк все равно умудряется продамаживать именно Джифана молниями. Почему? Учитывая то, что по Вите не проходит, хотя защита от электричества на всех лежит. Не понимаю. Не выкупаем. Ну там медведь страдает еще. Дубовая кожа вообще ничего не даст. Магический доспех давай еще накинем, не знаю. Если вернусь, когда-нибудь я попробую офнуть. Не, посмотри, классно, на самом деле, он реально крутой. Вообще не жалею, что я с ним познакомился. Правда, не помню, как это произошло, если честно, уже. Четверо, по-моему, на мне висит, да? Да. Устойчивость к электричеству, разве что. Более лютая. Хоть не в машине сгорел, этого спасибо, бля. Что-то сундук живучий какой-то попался, кстати, в этот раз. Карл мог бы и попасть, а ёпарасы. Ну, а что-то новенькое пошло уже. Что-то новенькое. Расплывчатость мне нихера не даст. Восстановление тоже нихера не даст, к сожалению. Свитки нихера не дадут. Ну, пей зелье, что я могу сказать. Выхиливайся как можешь. I'll
I'll split you in half. Блять, не надо, чтобы Карл попадал. А он не попадает. Потому что Вита занята тем, что она... Джифана, блин, постоянно выхиливает. О, волшебные стрелы, ну-ка. Ни о чем. Сучи ты потроха, блять. Очень маленький хил, я надеялся на большее. Forward. Like, блять, почти добили, кстати. Retreat is always an option. Aim carefully. Блять, чуть-чуть осталось, ёпарасоте. А, я могу скопировать книгу заклинаний, да? Ну ладно. Я могу сказать, бухай. Поспешное отступление вообще не сработает. Это тоже не нанесло дамаги, кстати. Ну-ка бей, блять, попади, прошу. Да ёб твою, блять, мать, а. Бро. Тихо. Каде стоит? Каде стоит, говорю. Чудовище мертвы, шум битвы стих. Вы слышите лишь кровь, пульсирующую в ушах, и шелест странной листвы чужих и незнакомых растений вокруг. Слава, блять, богу. Ловчий пришел. А? Тишину нарушают размеренные хлопки тяжелых ладоней. Медленно аплодируя, на поляну выходит существо, похожее на человека в глухом шлеме, увенчанном тяжелыми рогами. Вы не видите его глаз, но чувствуете, как густая тьма под шлемом с любопытством изучает вас. Браво! That was an exceptional victory. Not many mortals would have managed to get this far. Not to mention killing two of my vassals. I'm impressed. Such feats deserve a reward. Что это за место? We are on another plane. The world. Надеюсь, что нет. It is often called the first world. Надеюсь, нет. Or do you mean the dungeon through which you've just passed? This is Lost Larn Keep. Я не хочу с ним драться. Я не готов. Once it was a castle of the proud Tal'Dan Empire. Then it became the zoo of a sorceress who dreamed of other worlds. And finally it became my toy. I hid it under the ground and quietly persuaded the locals that this is the resting place of their. У меня еще и защита коллективная от стрелянет, как назвал, а он же лучник. Is there anything else you wish to ask me? You may do so. You have earned the right. А зачем ты это все сделал? Would you believe me if I told you I did it on a whim, as a joke? Would you believe that I've been playing this game for ages just to see the expression on your face? Поверю, Фи известны тем, что они блядские ублюдки. Oh, this is not at all pointless. You simply cannot appreciate the beauty of the irony. The lives of mortals like you are far too short to enjoy the depths of a truly epic joke. Не смешные у тебя шутки. Что ты сделал с Варнхолдом, с моими соратниками? Me? Nothing. That horrible vision your commander saw was merely that, a vision. When he returned home, he found Varnhold safe and sound.
The wizard followed him. The two were about to muster a force to dig you up, but suddenly changed their minds and went elsewhere. Indeed, they've only just set off. Many exciting adventures await them. Ну, кто такой? Я знаю, кто такой, но давайте спросим. Call me the Horned Hunter. Mm-hmm. I have other names, but today you'll have to make do with that one. I am the true creator and master of this dungeon. И получается, не было никакой гробницы владыки циклопов и никакого дара Харона. Oh no, both exist. They're not far from here, in the mountains to the southwest. I'll tell you more. The dusty lich has already awakened, and the hunt for his treasure begins. But alas, he will not be joining the others. Ah, if you only knew what a wonderful endgame I have planned. You know what? I guess there's no harm in telling you that secret as well. But first, try to guess. Who was the key piece in the game of chess I played at Farnhold? Vilas. Exactly! The entire chain of events, everything that has mm-hmm. happened and what will happen, was put in motion by Gunderson. That tireless knight, small but quick, keeps jumping onto squares where he's not expected. Но мы с Ловчим дрались, я помню, по-моему, в основном по Свайндере. Who pointed the way to the tomb of the Cyclops ruler? Without me, he might have wandered through the mountains for the Или rest of нет? his life. Но я помню, что он там I был, summoned точно. The darkness that opened the gates of the tomb. Mm. I led him to the treasure неважно. From which he took but one bracelet, or rather a ring from a sleeping finger. The sleeper immediately felt the thief, awoke from his death-like slumber, roused his servants, and set them forth on a chase. Such a knight's move would make any chess master jealous. Just don't ask me why I did it or what's going to happen next. What kind of player would I be if I revealed all my plans? But believe me, with each day the stakes rise higher. The game grows more and more interesting. Что ж, ты рассказал мне свою речь. Что ж ты хочешь от меня теперь? You haven't found what you seek here, but you still deserve a reward. I know what it is you really want most in your heart, and I will make that wish come true. Ну-ка, удиви меня. Deep down, you truly are a hero, aren't you? You don't like making deals with monsters and the followers of dark gods. You seek power, but not to impose your will onto others, no. You need it to destroy the monsters. Не-н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 е-
deserves. Мне от тебя ничего не нужно, я возвращаюсь домой. Пока-пока. How rude. Farewell then. But be careful as you go. These portals can be so unreliable. Who knows where you might end up. I had hoped to reward you with a curse for good measure. But you've played quite a fine joke on yourself. Safe travels. And see if you can find your way home. В смысле я расплачиваюсь их жизнями за свою трусость? Почему? Ну это тупо. Это тупо. В миг, когда я пишу эти строки, барон Майгар и весь Вархот ждут вести от важного генерала, выступившего против неясной угрозы ради нашего спасения. Но в городе все спокойно, и хочется верить, что это знак одержанной победы над злом. Варн в... Вордакой, Вордакой, Ворда. О, началось. That's your lot. Complete the Warhold Sword DLC campaign. А, то есть мы прошли, получается? Ок. Вот и концовка выходит. Ну и потом мы, по идее, встретим, да, джифанчика нашего. Поздравляем, вы закончили прохождение дополнения «Участь Вархонда». В основной истории Pathfinder Kingmaker добавлены дополнительные события. А, серьезно? Ну это бред. То есть мы могли потом встретить нашего джифана. Блин, обидно. Вот это действительно обидно. Если бы я знал, что так можно разыграть это все, я бы тогда прям... сам бы себя встретил, получается. Прикольно. Прикольно, но жалко, что не ясно. То есть, ну, было бы неплохо, если бы разработчики всегда давали... не знаю, какой-нибудь мини-гайд, да? То есть, вот ты вот начинаешь игру, и вы типа, ага, сначала начинаете вот это, потом вот заходите сюда, и потом вот перепрыгиваете вот так еще. И тогда вы получите полный экспириенс. Но тут такого нет. Жалко, жалко, но прошли. Прошли. Теперь Pathfinder можно смело удалить компа. И больше к нему не возвращаться. К
Конечно, есть еще Pathfinder, который в Wrath of the Righteous. Можно туда пойти, там дополнения всякие проходить. Там, к тому же, недавно вышли новые. Но я, честно, пока не готов. Честно, не готов по той простой причине, что... их там много. Плюс о них там не самые лучшие отзывы были, если честно. Так что подождем, как минимум. Как минимум подождем. Тайны, ну, блин, тайны, конечно, здорово, но ёпарасоте. Просто, понимаешь, я, получается, пропустил встречу с самим собой. Это было бы довольно здорово, я думаю. Эх. Пошли обниматься своим демократией. Пошли обниматься своим демократией. Я даже спорить не буду, на самом деле. Надо идти и вершить демократические дела. Дайте я так посмотрю, что у нас происходит. Странно, показывает 7 зрителей, да, но... Раз, два, три. Три человека в чате, по сути. Показывает. Как это работает, не понимаю. Ладно. Поздравляю всех с прохождением этой штучки. Этого дополнения, да. Мы все молодцы. Завтра, соответственно, стрим будет вечером. Будем гонять Сериал Сэма, скорее всего, третьего. Легкой недели все. Пока-пока. Я-то в отпуске. О, да.